Unit 5. Буква О. Буква О в открытом слоге произносится как О. Этот звук похож на русское звукосочетание О в слове клоун. Запомни. Love. Come. Задание. Прочитайте слова. No. No. Oval. Oval. Stone. Stone. Rose. Rose. Home. Home. Прочитайте предложение. I go home. No, it is a stone. This rose is red. Буква О в закрытом слоге произносится как О. Этот звук похож на русский звук О в слове кот или сом. Запомни. Лондон. Задание. Прочитайте слова. Dog. Dog. Clock. Clock. Tom. Tom. Ostrich. Ostrich. Orange. Orange.
Hot. Hot. Прочитайте предложение. Tom has a big box. Stop it. It is a brown lock. Прочитайте стихотворение. Mr. Ostrich has two legs. Mr. Ox has four. But happy Mr. Octopus has many more. What's the number? Octopus. What's the number? I know the number, Octopus. It's number 8. Запомни. Буква О в сочетании «о» произносится как «у». Если после буква сочетания «о» стоит буква «к», то оно произносится как краткое «у». Задание. Прочитайте слова. Food. Food. Look. Look. Прочитайте текст. It is the moon. A monkey on the moon. Look at the monkey jump for nuts. Look at the monkey fly.